That we were doing something. Ну что, привет-привет, мои прекрасные друзья. Мы опять такси-тур у нас с гидом. Но будем каким-то волшебным образом познавать Софью. Ну что, продолжаем наши изыски и экскурсы. Правда, здорово так познавать Софию сквозь окно такси. Мы с вами вдоль трамвайной линии. Ой, я в прошлом году это снимала, дом этот уже построили, желтенький. Любят они вот эти башенки. Вот у Блини у нас тоже такое подобное было, помните? Ну вот красивый европейский город с такими фонариками китайскими. Наслаждайтесь архитектурой. Ну, неплохо, я думаю, мы с вами тут повеселимся. Внутрь мы были только у Александра Невского. Вот посмотрите, прошлогодний, я вам там всю службу засняла. Ну а здесь тоже мило. Святое воскресенье, святая неделя. Вот все для вас. А теперь угадайте, кто тут у нас. Хэппи, помните? Мы были с вами в Пловдиве, были с вами в Бургасе. Он есть и в Софии. Возвращаемся к святой неделе. Так, все, поехали. Правительственные здания. Я вам сказала, что не буду, а теперь буду. Заодно посмотрим и баню, и мечеть. Вы соскучились после Стамбула за мечетями? Вот вам опять. Помните, как я вас долбила мечетями? Баязидом, Лавелли. Нет, голубая мечеть, а я София. Короче, да, вот еще одна. Разимира? Джамира. А, Джамира. Вот. Хорошо, что у нас наш человек. Тюркиш. Мозг из Колд мечеть. Да. Мозг. Угу. А я была в прошлом году тут с вами. А это вокзал? Вот из вас. Да. Ага. Окей. В прошлом году мы с вами тут гуляли, а теперь немножко проедемся. Слава богу, нам зеленый и нету препятствий. Так, я чуть-чуть так подвину. Ну, попытайтесь насладиться городом. Его атмосфера, кстати, шикарная погода. Порядка 23 градуса. В общем, был дождь вчера. Совершенно прекрасно свежий город. И красивый. А мы с вами, как водится, на автогару. Мы или аэропорт, или автогара, да? Такие у нас с вами маршруты. И все. Будем прощаться с Софией и ее прекрасными жителями. А помните, 2 недели назад мы жили на этой улице и пили с вами кофе. И ели баницу. Именно на этой улице. Если не помните, то это так, в любом случае. Ну что, символы. Тут львы у нас. Символы Болгарии. Так, я пытаюсь не мешать водителю, поэтому извините. Ближе, ближе. Вот на той улице мы с вами жили, которая будет по правую сторону. Опять русский дом? Русский. Угу. Вы видите? Вот так. Вот этот русский. Максим.
вот отель Максим. Как в Париже, понимаете? Вот вам почти все как в Париже. А вы знаете, что Бунин в Париж ехал через Софию? Вот так. Но не задержался тут долго. Я про писателя, если кто не в курсе. Он лауреат Нобелевской премии. Это тоже, если кто не в курсе.